Всем привет, ребята! Сегодня с вами снова я, Виолетта, и вы на канале Дневник Мечтателя. И сегодня я вам расскажу, как обещала, про путешествия. Я люблю путешествия, и сегодня я буду про него говорить. Я хочу побывать во всех странах, я хочу путешествовать везде, побывать везде, увидеть все. Хочу полетать на самолете. Хочу побывать в Париже, увидеть Эйфелеву башню, побывать в Диснейленде, в аттракционах и в аквапарках, купить сувенирчик, попробовать макаронсы, поехать в Великобританию, в Лондон, увидеть там башню с часами, мост, замки королевские. В музеях там бы побывать, увидеть телефонную будку. Хочу побывать в Нью-Йорке, увидеть там большие небоскребы, здания. В Нью-Йорке говорят, что в Нью-Йорке есть все. Хочу там увидеть все красивое. Уверена, там красиво. В Италию посмотреть на Пизанскую башню. И другие башни, сооружения, храмы, про легенды узнать, поесть итальянской пиццы, в Грецию, на греческие острова, пособирать там красивые камушки и ракушки, поваляться на теплом песочку, любоваться на голубое-голубое море. Узнать про греческие мифы и легенды, видеть разные сооружения исторические, которые много-много лет. В Египет. Увидеть пирамиду, сфинкса. Конечно, я бы хотела туда зайти, но как-то мне стрёмно, потому что на некоторых пирамидах, когда кто-то заходил, оттуда никто не выходил. Ну, может, это неправда, я не знаю, сколько это правда, но мне стремно туда внутрь сходить. А увидеть снаружи я очень хочу. А там столько в Египте тайн, загадок, которые еще не разгадали. Много загадочных, поесть там новых фруктов. Хочу в Китае. Там много современности, я бы сказала. Там много нового, там много таких новых технологий, но самая, Китай самый развинутый по технологиям, по вот этим интернетам. Там такие красивые башни, там все светится красиво. Там же и придумали дорамы. Хочу встретиться с актером Уэн Хуном, встретиться. Но в первую очередь я хочу встретиться с Кириллом Томилиным. Ну как встретиться? Побывать на его концерте. Хотя бы одном. На одном концерте. В Японии также. Узнать там про подробнее про треугольник дракона. Или как его еще там. Там по-разному его называют. На острова возле Японии. Хотя там в буре говорят. Я бы хотела приключений. Я бы не побоялась и поплавала. Туда, там, где Бермудский треугольник. Рамен там поесть настоящий. В Токио побывать. Ну и многое другое. В общем, я хочу путешествовать. Хочу найти такой, знаете, листок клевера, изгадать желание. Побегать по цветочному полю, может, какую-то фигуру там спросить, там, не знаю, сердце, может. Увидеть жирафа, слона, новых животных. Покататься на верблюде, поплавать. Забраться на самую высокую гору и смотреть тут, оттуда на закат и рассвет. Попробовать увидеть что-то новое, в общем. По поводу экстремального спорта. Я хотела бы научиться кататься зимой на лыжах самой высокой горы,
Самое главное спрыгнуть с парашюта. Да, хочу спрыгнуть с парашюта. И знаете, там залазишь на высокую башню, на тебя цепляют ремни всякие, защиту, и ты просто падаешь. Ты просто падаешь в бездну. Ну, сверха и на низ. Ну, тебя там держит крепление. Мне не будет страшно. Да, немножко страшно, но больше всего интригующе. Я так хочу что-то сделать. Хочу на американских горках покататься, в аквапарках. И еще совсем забыла. Хочу покататься на самом большом круизном лайнере, который недавно вышел. Название... Я... Вот вы видите название. Он только вышел, там 40 ресторанов, 20 аквапарков, там много-много-много-много всего. Там все светится, он огромный, там есть все на нем. Там жить просто на нем можно. И он катает тебя по разным странам неделю там или сколько, я там точно не знаю. Вот такие вот дела. В общем, ключевое слово «хочу». Ну, в общем, я много, как видите, я много чего хочу. Но это надо стараться воплощать эти мечты, стараться, чтобы они были, а не просто хотеть. Надо стараться, чтобы оно было. На моем ТикТоке есть... Я выложила одно видео под названием «Мечта». Посмотрите, оно очень вам поможет. Многим помогло и вам поможет. Это не мое видео, я просто сделала, чтобы просто... Мало ли у кого не попалось это видео, это очень важно, поэтому я его сделала, выложила. Но автор видео — это не я. Он очень познавательно говорит, очень серьезно, очень важные вещи говорит, поэтому смотрите, это очень важно. Не бойтесь, воплощайте свою мечту, иначе вы будете жалеть. Идите только вперед и не вздумайте пускать руки. Ну, на этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить мои новые видео. Мало ли что будет на моем канале, я не знаю. Но я буду стараться воплощать вот это путешествие, воплощать свою мечту. И не переживайте, все новости будут на моем канале. И все путешествия, которые у меня будут. И, по крайней мере, я буду стараться, чтобы они были. И вот эти... Поэтому давайте, подписывайтесь на меня, все скорее. И давайте путешествовать вместе со мной. Увидим что-то новое, попробуем что-то новое вместе. Поэтому давайте, я вас жду. Подписывайтесь. И еще когда-то хочу сходить в поход длинный, чтобы не ездить, а именно в поход сходить. Короче, хочу просто попробовать все. Все, что связано с этим, просто попробуйте все испробовать. На всех транспортах поездить, даже в поход сходить, попробовать что-то новое, увидеть. В общем, если вам эта тема интересна, я буду снимать. Конечно, я буду все снимать, показывать вам, что будет, где я буду, куда, где, зачем. Я буду вам все рассказывать, снимать, если будет что-то интересно. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, удачи и пока-пока!